Привет, я Настя. Признаюсь честно, в школе меня всегда бесила форма. Но вам я хочу упростить жизнь, поэтому ловите 6 стильных образов на учебу, которые подойдут на каждый день даже со школьным дресс-кодом. Интересно? Тогда поехали! Мой первый образ один из любимых. Я взяла черное базовое платье по колено и под низ надела белую футболку с надписью в готическом стиле. Да, я слишком люблю такой шрифт, но вы можете взять любую другую. В качестве обуви я предпочла белые кроссовки. Белая обувь – это моя слабость. Она подходит под все и выглядит безумно стильно. Мой второй образ получился достаточно необычный. Его изюминкой стали свободные шорты в клетку. В них в школе будет точно удобно. И как вы видите, я в них только спереди заправила толстовку, чтобы подчеркнуть бантик, и образ казался более небрежным. А еще я просто обожаю закатывать вещам рукава. Мне так становится более уютно. Мой третий образ из серии «Что было под рукой, в том и пошла». Хотя, согласитесь, со стороны выглядит как полноценный лук. И мне нравится. Я надела свой любимый укороченный белый свитер и черные джинсы скини. Дополнила это бежевым рюкзаком, чтобы разбавить образ. Кстати, обожаю цеплять на рюкзаки помпоны. Они сделают даже самый скучный рюкзак интересным и стоят недорого. Так что берите на заметку. На ноги, как вы видите, я неизменно надела свои белые кроссы. Ну а что, это удобно, практично, и мне нравится, как они по цвету подходят к свитеру. Хотя в более холодное время года я бы предпочла ботинки, 100%. Вы можете сделать точно так же. И скажу по секрету, у меня в инстаграме ты найдешь еще больше крутых образов и полезных лайфхаков. А еще я просто обожаю лайкать ваши профили, общаться с вами. В общем, обязательно заходи туда, тебе понравится. Четвертый образ у меня получился настоящей школьницы. Клетчатая юбка, свободная толстовка, гетры, которые делают из этого образа просто бомбу. Ну правда, без них было бы вообще не то. И да, вы, я думаю, уже успели привыкнуть к моим белым кроссовкам, но ничего не могу с собой поделать, поэтому ношу их не снимая. Пока что я не нашла для себя более комфортной и стильной обуви, которая будет в тему и под юбку, и под джинсы. Пятый образ у нас больше подходит к строгому дресс-коду, хотя на вид он, как по мне, не хуже остальных. Я надела базовую белую кофточку с длинным рукавом, черную джинсовую юбку и, конечно же, серый пиджак, который добавляет сюда стиля. И не забываю про аксессуары. В моем случае это кулон и ремень. И наконец-таки последний образ. Тоже получился достаточно строгим, но для школы самое то. Я надела классическое черное платье с рукавами 3/4 и решила его разбавить своей кожаной косухой. Так можно ходить в школу, когда немного похолодает, и выглядеть просто сногсшибательно. Кстати, вместо кожанки ты можешь использовать пиджак, и будет ничуть не хуже. И на этом все. Так что не забывай про свой пальчик вверх и, конечно же, подписывайся на мой канал. И да, не забудь написать в комментариях, какой образ понравился тебе больше всего. Первый, второй, третий, четвертый, пятый или шестой. Но мы с вами увидимся уже очень-очень скоро. Пока!